Сегодня необычная система, такая большая защита из алюминия, крошечная звездочка. Сейчас посмотрим, как все это снимается, разбирается. Тут надо менять все. Цепь, звезду. Здесь выставлять по-другому кассету, если ее можно так назвать. И клиент хочет подлиннее каретку, чтобы побольше зубьев сюда влезло. Сейчас буду разбирать, смотреть, что это такое. Обычная каретка под квадрат. Со слов клиента хрустит, надо менять. А система какая-то, видимо, триальная. Под резьбу. Что это такое, я не знаю. Будем искать.